Вспышка африканской чумы на Закарпатье. В фермерском хозяйстве Мукачевского района погибли двое животных. Анализы подтвердили, что причиной стала чума. Ферма находится неподалеку от леса, поэтому эксперты не исключают, что разносчиками смертельно опасного заболевания могли стать дикие кабаны. В селе объявили карантин на 40 дней. Напомню, что в этом году в этой области от африканской чумы погибли 5 диких кабанов на въезде и на выезде. Из поселка стоят блокпосты, полиция проверяет, не вывозят ли зараженную свинину. Згідно із правилами, доведеться всіх свиней свійських забити у селі. Людям запропонують компенсацію, яку вирахують із середньої ринкової ціни, це із резервного фонду обласного бюджету. Можливий такий варіант, що вони забивають свиней самі і чекають висновків експертизи.